можно где-то справа вон там по леску пройти. Они, короче, пока все у белых машин. Они же не могут выйти от. Могут. Боль. Никто не убегал. Да, я вижу. На такой дистанции с дробовика. Один на маяке, один на маяке. Маяк. Один. Сам вверх. Еще один рядом с водонапорной башней. Свалю-ка я нафиг отсюда. Хорошая идея. Да, справа. Почему у нас дробовики, а у них ППШ или МП-40? МП-40 там две штуки. Это же нечестно. У них тоже дробовик есть. Печгар, как ты думаешь, что чихнуть по маяку? С РПГ. Ты попадешь что? Че у тебя за РПГ? Вообще. 26. Смотрите. Один на маяке до сих пор, только уже с правой части, для вас слева. Там какая-то зараза, по-моему, в камнях справа сидит. Судя по звуку. Один у лодок вижу одного. Грохни его, а то он не... Я далеко. Зашел. В камнях где, слева или справа для вас? А он, скорее всего, в этом, в пристани. Деревянный такой. Да-да-да. Ай. Один на здании. Паша спалился в контору. В смысле? Ну, по тебе стреляли, я тут успею. Смотрите, вы видите белые машинки, да? Но. И рядом с ним здание. На этом здании челик. Такое квадратное здание, на нем сидит один. Там их всего два. Другой за соседним зданием. Сейчас поставлю все актуальные метки. Дым, кто кинул? На маяке так и сидит, зараза. У них водолаз есть. Осторожней, может с воды один быть. Белый дым. Да наш, наверное. Я. Пуск. Алекс, тут лево. Пала. Сука, ответку бы. Алекс. В правом здании стрелял, слева челик на другом, понял? И за тем зданием, по которому ты стрелял, забирается еще один на здании. Два человека на здании. Наверное, один. Где вы пристань увидите? Правей пристань. Дроп заряжу. Подойти очень сложно. А вижу на здании чувака одну. А там два человека всего на здании, понял? Это я. Кто там по воде стреляет? Да. Давай, Паша, ты сможешь, гранаты ему. Перезаряд. Кто плавает? Враг, враг, Паша. Плавает, Паша, ты? Я его. Один враг плавает, сейчас поставлю.
Я очень сильно ранен. Блин. Я вроде бы. Будешь не вылазить, то есть равно. Пипец. Я дал там прикурить немножко. Вода это какое-то читерство. Кто-то из домов отработал. У него была винтовка Мосина, забрал винтовку Мосина. Кто на доме бегает? Минус. Да, мертв. Слева здание, там тоже челик, понял? Сколько по мне можно стрелять? Это с маяка по тебе, Паш. Мне уже... Мне уже перевязываться скоро нечего. Встань. Да, вижу, ползает. Ну, блядь, не могу его спать. Еще где-то из деревни по мне с дробовика зашли. На доме один ползает. Понял. Да, Мосина убили меня. Пашу убили. Да. Вода, нырять в воду, это вообще читерство какое-то. Заблудирую, прикол, точнее, убил. Как ты его, Паша, убил и умудрился? Кого? Это около водочки? Да. Очень сильно много заливал туда. Там текет. Думаю, на атаке тут оружие чуть другое, да, наверное. Да, мне показалось, дробовики нормальные. А по автоматику я не дал какой. Не, САП 58, не знаю, что. САП 61, точнее, не только. Скорпион может дать. А мы не смогли обыскать этих и забрать дробовики невесело. Они просто пропали. Спидер, по-моему, сейчас всех тут побьет. Сейчас хотя бы заражит. Хотелось бы верить. Не, давай, Саня, Саня, ну Саня! Как-то ранили его, достали. Да, Тоха что ли? Там вроде за домом был. Не-не, он бегал. Как он, интересно, залез на этот дом? А там можно. А, у него лестница. По колесам? А, у меня тоже. Переносная. Это, да, лестница выдала. Я что же, он залез наверх и говорит... Можешь взять лестницу и на другое место.
Да чё, опять ли, чё людей не засчитывать стало? Ужас.